Что делать? Тихо, спокойно. Спокойно на. Все схвачено на. Ладно, мне пора, братка, пока. Мама криминала, тот очень живет и двора. На-на-на-на-на-на-на. О, Мишань, ты что, откинулся? Здорово, сдавайся, откинулся. Понимаешь, откинулся, это, как говорится, дело третье, осадок-то остался, понимаешь? И чисто вот я считаю, в мои обязанности сейчас входит, знаешь, что? Ну? Снять просто настолько дикий пранк, Вась, настолько дикий. И ты, я думаю, мне в этом поможешь. Я правильно понимаю? Конечно, брат, конечно, помогу в этом тебе. Конечно. Актерское мастерство просто зашкаливает. Ребята, всем привет. Это новый пранк над полицией. Четвертая часть пранка над полицией. Сегодня мы в роли борцов таких, знаете, колхозных. Вот. Поэтому приятного вам просмотра. Досмотрите его до конца. Да? Конечно. Приятного просмотра. Это самый смешной, надеюсь. Пранк, да. Во вселенной. Смотрите. Жесткий. Ладно, пойдем. Че, широкий? А че такое? Че, отойти не можете или че? А? Привет, прошу, ты можешь в отдел доставить? Давай, попробуй. Пойдем. Ну попробуй доставить меня в отдел, че ты? Пойдем в отдел. За че в отдел-то? А че ты ходишь, нарушение порядка? Какое нарушение порядка? Сотрудники. Хочешь, да, вот, раскрылился. В смысле, что раскрылился, захотел, значит, так? Базару ноль, жесткий, Вась. Ти, да? Как? Да, ти, да, вот так, ти, да, давай. Ти, да? Что? Ты? Что я? Ну, ты полицейский, да? Не полицейская, внутренняя служба. А, внутренняя служба, я понял. Давно я тебя ищу, кстати. Как ты вообще? Ну как вот вообще? Хорошо. Я просто не местный, вот, а приехал недавно отсюда. Сейчас с Махачкалы приехал. Вот, не местный, а как вообще тут вообще? Вообще как тут? А? Что делать? Тихо, спокойно. Спокойно на. Все схвачено на. Ладно, мне пора, братка, пока. Мама криминала. По-братски не засирайте меня в комментариях, пожалуйста. Это просто, я понимаю, все дерзко, но ради юмора все, как бы, чтобы вы посмеялись. Мы потом извиняемся перед ними, говорим, что съемка была. Да, Вася? Мы же извиняемся, говорим, что съемка, типа, все дела. Нет. Да, мудак, скажи. А, да, да. В смысле, перед кем? Пойдем дальше. Пиздаем. Каждого в финале ждет черный пенал, да. Ставка слишком высока. Мама криминал. Осторожно, нельзя. Можно? А что вы? В смысле, мы стоим? Нет, в смысле, я шел. Нет, я шел. Вы зачем меня столкнулись? Я вас столкнул или вы? Ну вот этот. Он рядом со мной. Как вас зовут? Ну то что, вы сейчас неправы. Как неправ? Я, значит, иду спокойно, да? Вы спокойно идете. Спокойно иду. Вы никого не видите и толкаете. Вот в телефон иду, смотрю. Нет, вы не видите никого, хотите. Нет, вот я иду спокойно, да? И он на пути в моем возникает. В смысле возникает? Ну что, дерево? Ну возникает. Убегать, что ли? Да, все, я, короче, понял. Прошу, говорю. Мы вас поняли. Нет, вы нас не поняли. Проходим. Все, я понял. Вы хотите, чтобы я вас в наручниках попал? До свидания. Базары заново валят из-за бабла. 5 кубов винта, чтобы не спать. В руках по 2К. Тра-та-та-та-та. Мама, ама криминал. Братан, что ты стоит там с автоматом? Дай, пойдем, покажи, я ему, покажи, спрошу, что, покажи, зачем он это делает? Салам алейкум. А ты что с автоматом стоишь-то, друг? Что хотел?
Не, ты зачем с автоматом стоишь? Ты что хотел? Что, не слышишь, что я хочу? С автоматом ты зачем стоишь? Уважаемый. Ну вот так чисто, да, по факту. Вот ты кто вот без этого автомата? Вот по факту, если так уважаемый, разбираться. Уважаемый, звонится нечего. Не, а на вопрос ты можешь ответить? Не ты, а вы. Базар на ноль, вы. Ну, что на проблема-то? Чисто автомат для каких целей? Просто так ответить. Погугли. Погуглить? Конечно. Интернет закончился. Плохо. Не, для каких целей вам автоматы? Можете вы мне сказать? С какой целью интересуетесь? Для личной цели. Ну, не надо вам это знать. Понял, понял. А так вы вообще, ну вот без формы, вы кто вообще сами? Что из себя представляете? Я что-то смешное сказал или что? С какой целью такая информация? Я что-то смешное сказал? Конечно. Посмеетесь? Смеемся позже. Смеетесь сейчас? Это приказ. Все нормально чувствуете? Идеально. Ладно, все, не болейте. До новых встреч. Ой, музыку, музыку вставь, вставь. Ну что, ребят, вот вы посмотрели очередной пранк над полицией. Я понимаю, что сейчас налетит куча хейтеров, которые начнут снова обсирать, мол, вы что доебываетесь до полиции и тому подобное. Я вам скажу, что нам по кайфу, мы снимаем для вас, для моих подписчиков, для людей, которым это нравится. Поэтому подписывайтесь обязательно на мой канал, на вот этот Инстаграм. Он очень у меня веселый, там я также травлю нашу полицию. Вот. А дальше я слово передаю Коляну. Ребят, да, также подписывайтесь на наши Инстаграмы. Они будут указаны здесь. Вот. Спасибо большое за просмотр. Вот. Всем пока, до новых встреч. И да, ссылки Инстаграма в описании. По-любому подписывайтесь, надо уже. Конечно. Конечно, ребят, активнее.